представил свою картину мира. Сейчас мы услышим чуть-чуть более северную картину мира. А может быть и нет. Может, были восточные, может, западные. Не важно. В общем, сейчас Юрий и Марал все расскажут. Группа Чичи. Или у вас лучше считать Чикалай, не знаю. Мы тоже немного подумали, поразмышляли, точнее, о названии вот этого фестиваля «Дождь». Зеркала — это, конечно, такой красивый образ, и хорошо он описан у кого-то, кого-то приводили цитаты. Из «Воскресенья», да, Никольский, да-да. У Никольского хорошо описано, и вот ребята, выступающие, предыдущие, хорошо, красиво говорили. Но мне пришло в голову немножко другое. Мы как-то, есть такой замечательный центр, арт-салон «Невский 24», вот рекомендую, кто будет в Питере, посетить его. Там ребята тоже пытаются в духовно-просветительском направлении работать. И они даже пригласили вот по осени или в начале зимы священника, чтобы он осветил центр. Ну, то есть вот такой вектор они задали и решили следовать ему. И пришел священник. Нас он поразил вот чрезмерной скромностью какой-то. Вот, ну, какой-то вот такой вот. Вот совершенно на себя не обращает внимания, кроме того, что видишь, что перед тобой священник, ну, в соответствующем одеянии. Там, и начал тихо говорить, отец Иаков, и начал говорить тихо о том, что для него идеалом является апостол Иоанн, как вы знаете, первый богослов, величайший, потому что он говорит, даже не был стеклом, он был, говорит, настолько прозрачен, что он не заслонял собой, собственно говоря, того, о чем говорил, то есть Христа. Ну, вот мне такое пришло в голову. Сосны, ели, мы летели, говорили о поэте Веремире, не обуты, не одеты, и смеялись, словно дети. Где мы? В синеве без дна, без края. Кто мы? Ты не знаешь, я не знаю, что и без крика о друзьях, ходящих ниже, о друзьях, летящих выше, и не беда ли, что краше, рядом ближе или дальше, еле-еле или быстро, не искали в этом смысла. Где мы? В синеве без дна, без края. Кто просто любовь.
черным ливнем, белым снегом, красно-желтыми листами, клином журавлиной стаи, исчезаем, уплываем, улетаем, таем, где мы? В синеве весна без края, кто? Oh.